11 фактов о температуре тела человека. Температура тела каждого человека в течение дня колеблется в небольших пределах, оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,4 градуса по Цельсию для здорового человека. Следуя суточному ритму, наиболее низкая температура тела отмечается утром, около 6 часов, а максимальное значение достигается вечером. Как и многие другие биоритмы, температура следует суточному циклу Солнца, а не уровню нашей активности. Люди, работающие ночью и спящие днем, демонстрируют тот же цикл изменения температуры, что и остальные. Первое. Терморегуляцией в организме занимается гипоталамус, выполняя функцию термостата. Второе. Температура тела человека в течение суток изменяется на 0,5-1 градус, если, конечно, человек здоров и не увеличивает температуру своего тела искусственно. Третье. Температура тела человека различна в зависимости от места ее измерения. Например, нормальная температура тела под мышкой составляет 36,5 градуса по Цельсию. При оральном замере во рту нормально считается температура 37 градусов по Цельсию. При ректальном анус замере температуры тела человека является нормой 37,5 градуса по Цельсию. Четвертое. Температура тела человека максимально допустимой принято считать 42 градуса по Цельсию. По ее достижении нарушается обмен веществ в тканях мозга, и его клетки начинают отмирать. Пятое. Минимальной температурой тела человека медики считают 25 градусов по Цельсию. В это время в организме человека наступают необратимые последствия. Хотя даже при температуре 27 градусов по Цельсию человек почти всегда впадает в кому, нарушается сердечная деятельность и дыхание. А вот температура 32 градуса по Цельсию вызывает лишь озноб и опасности практически никакой не представляет. Шестое. Самой высокой зарегистрированной в медицинской практике температурой тела человека является 46,5 градуса по Цельсию. Такую температуру зарегистрировали в больнице Атланты в США у мужчины, испытавшим тепловой удар. К счастью, 52-летний американец остался жив и уже через 24 дня был выписан из медицинского учреждения. В каком он был состоянии, источник не уточняет. Однако уверенный тепловой удар серьезно сказался на его здоровье. Седьмое. Самой низкой температурой тела живого человека является 14 градусов по Цельсию. Она была зарегистрирована 23 февраля 1994 года ректально у двухлетнего ребенка из Канады. Карли Козаловски находилась на 20-градусном морозе в течение 6 часов. К счастью, ребенка удалось спасти. Восьмое. Впервые температура тела человека была замерена с помощью ртутного термометра в Германии в 1891 году. Девятое. Начало 20 века подарило человечеству суждение о том, что понижение постоянной температуры человеческого тела продлевает его жизнь. Впрочем, научного подтверждения такое мнение не нашло. Десятое. Своим сознанием и внутренним убеждением человек способен повышать температуру своего тела. Известны случаи, когда достигался обратный эффект. Одиннадцатое. Температура человеческого тела поднимается при умственном труде, от стресса, кошмаров и занятия сексом. Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моем канале LT Denis Facts. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого!